для вас и для нас огромный риск, поэтому давайте дадим им импульс, погромче им похлопаем и поддержим. Которые решились, набрались наглости и смелости выйти сегодня и импровизировать. И сначала мы сейчас с вами сыграем такую небольшую разминку. С вами мы размялись, но артистам тоже нужно будет размяться. Я хочу на сцену пригласить любого из вас, вот, зрителей, любой человек, прошу на сцену. Любого, ничего играть не надо будет, смелее на сцену. Так, давайте, вот у нас пробирается человек. Так, как вас зовут? Галина, давайте попробуем Галину. Галина, а кто у нас ногу, кстати? Половина здесь сбоку, здесь у нас с этой стороны часть артистов, часть этой. Мы сейчас Галину посадим на стульчик, да, чтобы у нас здесь было свободно. Вы, Галина, просто сидите, получаете от всего удовольствие. И мы, актеры, должны были друг за другом делать такие короткие этюды. Как-то оправдывать вас. Вот вы сидите, что это может быть? Где вы? Парикмахерская. Еще где-то, они вокруг вас играют, вы можете, ну, как бы не отвечать, вы просто сидите, и у них должны рождаться куча ассоциаций, потому что импровизационный актер должен импровизировать и рождать кучу ассоциаций. Нельзя повторяться, это всегда должны быть разные ситуации. И вначале нам нужно 3, 2, 1 дать, поехали. Мы начинаем с этой стороны, да? Поехали. И 3, 2, 1, поехали! Как вас будем стричь? На лысо или покрасим? Покрасим. Окей, покрасим. Секундочку. Мы отвлекаемся, она уже на исходе. Третий раунд, давай, ты можешь, моя девочка, давай. Галина, пока мастер готовится, помоем вам волосы. Так, вода не сильно горячая? Нет, нормально. Да? Массаж головы. Госпожа премьер-министр, ваша речь, пожалуйста, знакомьтесь. Есть ли здесь какие-то грамматические ошибки? Да. Вытягивайте любую карту. О, вы поедете в Будапешт. Ну давай, очки.
Правый глаз закрываем. Правый. Ручку закрываем. Вторую строчку смотрим. Да. Какая буква? П. П, дальше. Р. Р. Последнюю строчку. Да, не видим. Да. Сейчас попробуем линзы. Вот так вот. Никакой нечистой силы. Поехали!
О! Ты? Я. Опять я. Опять ты. Опять я. Ну, я-то это я, но ты что здесь делаешь? Тебя ждала. Хорошо. Принесла? Принесла, но не отдам. Надо уметь просить красиво. А что, некрасиво, что ли? Стоп! Поехали! Поехали! Где деньги, а? Где деньги?